вами по-прежнему находимся на молодежном гала-концерте. И сейчас, как и обещала, с нами еще один хедлайнер этого концерта. Это группа Файста Фэмили. Ну и самый главный вопрос, друзья мои, скажите, как настроение? Вот настроение отличное. Вот выступает группа Пицца перед нами. Грустную песню поет сегодня. Да, Валерка плачет, потому что мы не можем выбежать из зала, потому что мы разговариваем с вами. Так сказать, предаться пению совместному коллективу, коллективному. На самом деле, немножечко дождик такой осенний сегодня идет, он немножечко усыпляет, но мы надеемся на местную публику, что она войдет с нами в энергетическое взаимодействие, мы все проснемся и раскачаемся. Но на самом деле они давно вас ждут, мы все вместе ждали этого момента, когда вы наконец-то выйдете на сцену и будете заряжать своей энергией. У меня есть один вопрос к вам. Ну, на самом деле их много, сказали задать один. Да, вы были у нас в прошлом году, мы также вас бурно встречали здесь, в этом же культурно-спортивном центре Ренова. Скажите, за целый год что изменилось? Какие успехи? Чего добились? Ну, прям очень интересно. У нас новые концертные костюмы с прошлого года. Во-первых, у нас пару новых песен. Я прибавил пару килограмм мышечной массы. Я нет. Вообще, в общем и целом, у нас все хорошо, еще лучше, чем было год назад. И мы, кстати, помним тот концерт. У нас осталось какое-то дикое количество фотографий с прошлого выступления. Более того, у нас даже аватарка в одной из групп наших чатов в WhatsApp, именно фотография. С на самом деле мы привезли новые песни, мы привезли новый костюм. Ну, костюм уже об этом было сказано. Мы привезли позитив новый, освежившийся. Вот, я думаю, что всем понравилось. Новое нижнее белье еще за мной. Такие милые подробности на самом деле. Да, мы безумно ждем вашего выступления на сцене. И, конечно, хочется пожелать вам творческих успехов в дальнейшем. И я думаю, что вы будете по-прежнему нас удивлять своими хитами, которые мы постоянно слышим, поем и двигаемся по ним. Мы надеемся, будем надеяться, что это все-таки будет приятное удивление. Надежда будет компас земной. И Надежда Константиновна, да. Спасибо. Мы ждем вас на главной сцене. Здесь.